Приветствую, дамы и господа, мы вновь на GG-дропе и будем проверять этот сайт с нуля рублей. Да, баланс у меня 214, но это остаток после того, как я вывел крупный скин отсюда. Смотрите, что мы сегодня будем делать. Серия 7 ключей. Я буду открывать бесплатные кейсы и пробовать дойти до ножа. Как ни странно, эта рубрика зашла вам очень сильно, но оно и понятно, потому что с бесплатного кейса вы получаете фактически ножик. Мы сделали это пару раз, поэтому я сейчас думаю, а почему бы не проверить это еще раз? Давайте сделаем это, поэтому обязательно перед началом попрошу тебя поставить свой царский лайкосик. Знаю, что твой лайк очень важен, поэтому прожми. Просто прожми его, и мне будет очень приятно. Не забывай зайти в плюсик и ввести промокод. Сегодня этот промокод ТОР11. Самый большой, самый лучший и самый надежный промокод, который только есть на этом сайте. Всегда, абсолютно всегда ты будешь получать плюс 11%. И, кстати, на секундочку, это самый большой и самый рабочий промокод, который только здесь есть. Да, это 11%, но это честные 11%, и больше ты их не получишь. Зайди, введи, а там посмотрим, будешь, не будешь ты играть. Плюсом можешь зайти в барабан бонусы, ввести код, просто нажать крутить. И после того, как он прокрутится, тебе либо бесплатный кейсик, какой-нибудь скинчик, короче, что-нибудь еще может навалить. Поэтому обязательно пользуйся халявой. Вот, например, сейчас 15%. Это очень круто. Да, это, конечно, тебе не даст очень крутого бонуса, как 11 на деп, но все равно это круто. Ну а мы начинаем серию 7 ключей, ну и поехали. Открываем кейс ржавый. Это самый первый кейс, кстати, с него могут выпасть перчатки, обалдеть. Я даже не знал, что с него падают перчатки. Блин, ни хрена себе, вот это была бы фиасочка. Нет, 7 рублей с бесплатного кейса, это, конечно, тоже хорошо, тем более это самый дешевый кейс. Ну блин, а прикинь бы нож выпал. Тут просто со второго кейса могут ножи выпасть, ножи, перчатки. Ладно, давайте собирать урожай, так сказать, открывать бесплатные кейсы, смотреть, сколько в итоге у нас будет баланса. И от этого баланса уже будем плясать. Либо пойдем до ножа, либо откроем. Неплохо, 50. Либо откроем еще какие-нибудь кейсы. Но давайте так, баланс был у меня 200, чтобы быть честным, потому что у меня не 0 рублей был баланс. Но это, в принципе-то, и не совсем важно. Главное, дороже 50. Хорошо, 178, полет нормальный. Полет вообще нормальный. 250 рублей, при том, что мы еще только разгоняемся, мы только начинаем. Не, ну если сейчас мы с бесплаток выбьем 2000 рублей, это будет просто очень круто. При том, что я, кстати, заметил, пацаны, что бесплатки сильно, сильно окупают. Вот мы в прошлый раз открывали, они прям нормально окупили. Сейчас, у нас уже сейчас, чтобы вы понимали, 550 рублей выпало. Это сильно, очень сильно. Это еще 3 кейсика, сейчас гидра под косарь стоит 100%. У меня гидра в инвентаре. 544, но это самого слабого качества, но у меня в инвентаре она косарь стоит. Поехали дальше. Типа, повытрепался. Но нет, ни в коем случае, пацаны. Кстати, интересно, что у нас здесь? Обалдеть, скины, конечно. Ни хрена себе. И это, чтобы ты понимал, это бесплатки. Это просто бесплатки. 466, и у нас еще один кейс элитный. В элите, кстати, очень крутые кейсы падают. Ну, шмотки вообще. Вот самый дорогой скин и самый лучший падает отсюда. Поэтому, мужики, если будете открывать бесплатки, вот этот открывайте обязательно. Накаркал. Вот просто накаркал. На гидру накаркал. Прикинь. Хотя, подожди. 2000 рублей гидра, хорошо, мы это возьмем. Ничего страшного. 3674. Обалдеть. Мужики, это жестко. Ну, поехали. Рожби рожей. Кейс за 1700 рублей. Начинаем открывать. Кстати, надо было два раза открыть сразу. Турбовыпад может стоить дорого. Может. Неплохо, 5000. А если мы сейчас откроем сразу на 2? Если сейчас выпадает хотя бы 5,5, мы пойдем красный крутить по-любому. Ой-ой-ой-ой, хорошо. 6000, отлично. Так, нам по сути немножко осталось до ножа. Самое главное, чтобы удача нам улыбнулась. Можно так сказать, поэтому поехали. Красный сет, он состоит из всех красных пушек. Наверное, один из самых моих любимых сейчас кейсиков. Может быть 10? Нет, 4. Ну слушай, тоже неплохо. Да, это конечно не прям жир, но тоже неплохо. В любом случае, пробуем дальше. М4А4 АК-47. Нам каким-то образом сейчас нужно сделать... Нам дофига нужно сделать. Реально дофигища. То есть, чтобы мы сегодня выбили ножик, чтобы мы сегодня забрали себе его в инвентарь, это минимум 7000 рублей. Как сделать 7000 рублей из бесплатных кейсов? Только надеяться, что тебе выдаст сам сайт. Хотя, опять же, он же может не выдать. Хотя, давай отталкиваться от того, что нас окупает. Рашбираш Эя купил? Окупил. С одного открытия. С одного открытия. Поэтому давай откроем на один. Да, конечно, возможно. Турбовыпад было бы очень круто. Хотя 2400 тоже неплохо. А вообще обалденно. Можно сейчас тоже две пушечки за 5000? 2...
Хорошо, 6000. Так, мужики, а вот это уже пахнет ножом. А давай, может, апгрейдик сделаем чисто до ножа. Чё думаете? 7000. Где-то... Ой-ой-ой, подожди. 7000. 8000. Давай еще раз выберем. Где-то здесь должен быть уже ножик. Чисто в теории. Мы же хотели до ножа? До ножа. Блин, ну не говорите, что ножи от 8000 начинаются. Ну это сильно дорого. 8500. Куда? Куда? Нет, слушай, чё-то я уже не хочу нож. У них 9000 минимальный нож. Ну, с другой, 46% в принципе шансы есть. А давай, наверное, знаешь, как сделаем. Ну его нафиг этот нож, давай поднимем вот, дигл. Это будет обалденно. И то, я, если честно, сомневаюсь, что зайдет. Ну вот, видишь, то есть я еще был прав, то он не зашел. Блин, я на самом деле думал, что зайдет. На самом деле думал, что зайдет. Ну, в любом случае, ничего страшного. 1200 рублей у нас есть. Есть. Можем продолжить дальше. Блин, вот такой хороший ролик был бы сейчас, да, пацаны? А по сути слили. Да ладно, ничего страшного. Мы открывали бесплатные кейсы, поэтому, мужики, пробуйте открывать тоже их. Один рабочий апгрейд, и мы бы сейчас окупились, у нас бы было 8000 рублей. Поэтому, если ты будешь играть, не совершай моих ошибок. Я попробую в следующем ролике еще раз дойти до ножа. Будем считать, что это первая часть. Обязательно попрошу тебя, пожалуйста, поставить лайкосик прямо сейчас. Не забывай, что сегодня самый рабочий промокод. Это промокод ТОР11, плюс 11% на абсолютно любую сумму. Ну а на связи был, как обычно, я, Предатор. До новых встреч, до завтра!